Послание Отца Абсолюта 27 апреля 2022 года. В вибрационном строю. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Чтобы подвести итоги моих предыдущих посланий о вибрационных перепадах как ваших собственных, так и окружающих вас, пробудившихся душ, я хочу объяснить вам более подробно, в чем состоит их нынешняя особенность. Любому человеку трехмерного мира свойственна смена настроений, часто эмоциональные перепады, в чем в принципе нет ничего плохого, поскольку именно так, на контрасте эмоций, он и познает окружающую его реальность, получая новый опыт существования в дуальном мире. Но сейчас ситуация на Земле кардинально изменилась, поскольку ее собственный вибрационный фон уже не соответствует уровню вибраций трехмерного мира, а значит, и подавляющего большинства населения вашей планеты. В результате все больше увеличивается энергетический диссонанс между планетой Земля и ее обитателями. Этот разрыв в вибрациях сказывается на людях по-разному. В зависимости от уровня сознания, одни люди еще больше падают в вибрациях, а другие, наоборот, возносятся своим сознанием в высшие миры, приближая тем самым момент перехода в пятое измерение. Вы сами можете наблюдать, как чисто материальные, полностью лишенные духовного начала люди, чаще всего это молодые души, представители низковибрационных цивилизаций, воплощенные в человеческих телах, становятся еще более агрессивными и практичными. И связано это с тем, что бессознательно, на интуитивном уровне, что присуще любому живому существу, они чувствуют свой скорый уход с Земли. Происходит их постепенное выдавливание земного плана, поскольку отныне Земля в силу своей новой энергетической структуры становится непригодной для жизни низковибрационных существ. И тот хаос и беспредел, который сеет сейчас по всему миру, эти отжившие свой век существа, как раз и является их агонией, попыткой удержаться на плаву, хватаясь как за соломинку, за те негативные энергии, в которые они пытаются погрузить Землю вместе с ее обитателями. И противостоять этому энергетическому беспределу способны лишь вы, мои дорогие пробудившиеся души, видящие все происходящее в истинном свете, а не в том, в котором преподносится оно в полностью подконтрольных теневому правительству средствах массовой информации. Как видите, в них ни слова не говорится о глобальных судьбоносных процессах, охвативших вашу планету, и о ее восхождении в новую эру, на новый этап ее развития. Все акценты ставятся только на негативные события, военные конфликты, распространение различных вирусов, необходимость вакцинации и цифровизации, грядущие продовольственные и энергетические кризисы. Ситуация во всех областях вашей жизни нагнетается по нарастающей, чтобы не было никакого просвета в жизни людей, ни малейшего повода для радости и надежды на светлое будущее. К сожалению, эта программа эмоционального подавления и манипулирования сознанием людей до сих пор действует безотказно, и только небольшая часть населения Земли способна противостоять этой массированной энергетической и информационной атаке. Именно поэтому все пробудившиеся люди Земли должны объединиться в духе и поддерживать на высоте не только свои собственные вибрации, но и делиться ими с окружающими, тем самым шире круг высоковибрационных обитателей вашей планеты, способных находиться с ней на одной волне, а значит и совершить вместе с ней переход в пятое измерение. И я благословляю вас на это. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.